Я сейчас буду беседовать с Валерием Ильиничем Баваевым, президентом Шахматной Федерации Калмыкии, самая продвинутая наша шахматная федерация. Ну, это так действительно на самом деле. Ну, и должен сказать, что Валерий Ильинич член наблюдательного совета Российской Шахматной Федерации. Валерий Ильинич, в качестве кого вы здесь? Я прибыл по приглашению моего коллеги Сергея Анатольевича, президент Шахматной Федерации Ростовской области. А вот сейчас расскажу.